Поехали. Удачи всем. Всем удачи. Фанимся, небатхёртим. Слушай, эти Need for Speed-ские гонки вообще просто офигенные. Да. Мы всех обогнали, смотри. Прыгай, короче. Они уже приехали на точку Д. Они прилетели. На дроболёте. Дай мне чист. Что-то я техники не вижу. Спот. А, да, у них танк стоит на С, и Зену они забрали. Танк едет на Б. Ай-яй-яй. Я? Много пехоты на Д. Подбил, 30 хп снял. Ребята, вы где-то? Я слился. Живите, кто там? Ха. Живи, живи. Нет, все. Сиди, живи. У меня машинка. У меня здесь приехали. Так ты же на Джилин. Пехоту еще надо бежать? Можно. Пока самолет ждем. Я убила его и себя. Отлично. Вардав, ты слился, что ли? Короче. На Д, ребят, все на мне. Да, я завис в небе. На С1 там. С минус меня штурмовик разобрал. БТР рядом. Лево с БТР. Лево БТР. На Д есть тех? На Д есть тех? А, штукатур встречает тебя справа пехота. Это тех слева у тебя. Двоих убрал. Спот еще. О, у меня столько было, бля, охренеть. Троих убрал. Четвертый. Перетягиваем точку Д. В контейнерах, в синих контейнерах, ребят. Слился. Слышишь, ты дефишься там? У меня пехота на горе, на горе, на горе, кто на меня резко? Давай захватим точку, окей? Под горой один. Дешевый твой. На машинке один. Под горой один. Машинка ж маленькая. Заспойте авиацию по возможности. Машинка уработала. Мне сейчас хватит авиации, только не хватает. Блять, меня убили. Двое вот машинки. Контейнера. Машинка на горе на Д стоит, простреливает. Берите медиков. Где, на Д прес? Не, на Б, на Б, на Б, я на Б резнусь. На Б танк. На Дельте танк. Пехот, на Б танк. Пехота на Б. Ребята, мы врезались друг в друга, но штурмовик минус. Пытаюсь забрать Е. Отлично. У нас выбили с точки. Пехоты должны помогать, нет? Пока ждем. Ребята, ихняя пехота сидит наверху. На горке. Нет, на горке? Там, на радаре, на самом верху, над тарелкой. А, на шарике? Ну да, на шарике, где сама. Воздух поработайте. Зелененькие, встречаем пехоту. Сзади, сзади, ё-моё. Поработайте по маяку. На куда он вылез? Ну, короче, берется вот эта горка, ребят, и потом берется снизу, то есть. Отличный выстрел, Сидыш. Я не знаю, в кого я попал. Простите, я не знаю, в кого я стрелял. Мед назад только не езжай. Один танк под тарелкой. Танк на базе. Пускаю, сразу. Ребята сидят на этой шарике до сих пор. Надо с ними что-то придумать. Танк на базе пустой. Это проблемы брони, бомбардир. Ебать! Ты на чем подорвался? Откуда там мина прям вот? Да ёпарца ты, ну ёпарца ты! А потому что сюда будет основная тема. Спасибо. Стелс минус. Блин, я врезался опять. Вот. В обломки. Я на Е, короче, застрял, да. Сзади танка. На шарике до сих пор сидят. Берите медиков, ребят, кто мертвый. Но у них пехота надо очень много. Если что, в нашу складе рисайся. Вот.
Забирают Е. Может на Е помочь? На Б пехота идет. Аптешку. Что за лаги? А, на Е на крыше сидят. У нас опять квадроцикл. Меня убили. Давай на Д помогайте, я на Д уже. Я тоже. Тянем по углам, по углам. Что там, гора чиста? Ребят, Д, помогите, плиз. Меня сосрало. Ну надо, а я с надо. Помог с этого. С башни. Д забираем. Танк на Д. Танк на Д пришел. Пехота на горе, ребят. Танк пришел на Д. Вертолет появился. Есть, ед. Много пехоты на Д. Сзади пехота. Блин. Я знаю. Я предупреждал. Точнее, я предупреждал, ребят. Вы там должны были смотреть с фото. Вход был с другой стороны. Только что. Ну они же ходят, правильно? За стеной вообще убили. Мистик. Окей, принял. Мёртвый РСД, может? Минус. Вниз давай. Горки, ребят. Терлан, можешь по шарику поработать? Трое. Блин, ну писец какой. Попробуй сейчас. Сломайте. Там текстуры не пробиваются. Альфа берут. Да, видим. Блять, танк на Д все еще здесь. На тарелке по центру Т-90 там сидит. Они со срава расстреливают с километра. Эволюшн нужен. Я знаю. Зена, Зена! Беттер С внизу. Блядь, там не вышел на С, резнулся, блядь, медиком. Писец, наш танк только что взорвали. Вертолет залетел. Коцаны. Видел, вражеский танк. Минус Беттер. Он прыгнул. Минус вертолет. Верт прыгнул. БТР на базе простаивает. Контейнеры. Вот. Много пехоты на Д до сих пор. Меня замочили. Попробуй. Ребята, можно еще раз попробовать точку Е. Я жду. Спасибо. Я им не дал, короче, Зену забрать, и она не резнулась. Я так тоже. Минус один. Ребят, мы на БТР хотим. Где техника? Давай, надо как бы двигаться и машинкой. Машинкой надо приехать, надо машинкой. Попробуем. Молодцы, кто на Е полетел. Минируем. Спасибо, авиация. Минируем Д. Минируйте снизу, чтобы там... Стал в воздухе. Мины наши, смотрите. Забираем Д. Бомбардир, блин. Он активку. Я минус буду, ребята. Карту смотрим, ребята. Я минус. Гора, гора Д. Третий склад. У нас между Д и что-то там. На, медпакет. Танк, почему не чинимся? Минус танк. Зелёный. Ребят, гора на Д. Спот. Беттер на Е возьмите. Штукатур, давай, помогай. Там, блядь, двое было. Да их там трое. Вот, отлично, да, отлично. Да и мертвый рез. С этой, с кольца. Что, блядь, это было? Это кресло. Сверху прилетел в мои мины. Да-да-да. Да и мертвый рез, ребят. Штукатур. Вообще кто-то еще сзади. Вообще кто-то, да, сзади стрелял. Я стрелял, ты сделал стрейк. На Д пехота за забором. Давай, давай, на Д резаемся. Надо за горку заходить, ребят. Здесь пехи, пехи. Это до хрена. Возьмите машину и за горку попытайтесь. Беттер с базы можно забрать? Пехота, похоже, с холма. А возле вертолета пехота. Да, с холма она и бьет. Не можем туда пробить. С одного убиваешь, тут же второй реагирует. Они сверху прыгают на нас.
А, уже. Надо леволюшн делать. Очень далеко, ребят, бежим, очень далеко на Д. Надо попробовать сделать леволюшн, чтобы кольцо уронить. Я буду расстреливать их с РПГ. Пускаемся, ребят, на горе не надо сидеть вообще. Время теряем, время теряем. Сидыш, останься. Кто медик? Останься на горе. Ой, идут право на горе. Право на горе. Сидыш, двое у тебя. Я вижу. Я забираю точку. Ой, аптечка нужна. На горе опять есть. Да, двое на горе или больше. Больше трое или что-то. Забираем Д. У вас на холмах танк 3 человека. Да, я вижу, человека. Больше. Еще авиация минус. Танк на Д приехал. Пехотинцы на Д бегут с Ц. Помогите, танк пришел на Д. Я на машинке приеду сейчас. Я ее запаркую там. Пехи на холме Д. Да туда танк надо отправить. Мы все. Видим, нам не подняться. Да. Ничего, ничего, мы дефим точки. Дефим, играем от дефа. Вот медпакет, возьми. Держим точки, ребят. Так, опять. Техника на базе простаивает. Сзади, да. Под мостом С идут на Д. Меня убили. А холме еще дали в аптечку. Самолет летает. Вот медпакет, возьми. На точке Д. Танк на точке Д, на холме и 3 пеха. Сидыш, кинь где-нибудь аптеку. Я ее под этим вертолетом кинул. Под вертолетом. Можно резнуться в верте. Я уничтожу вертолет. Не трогайте его. Вертушка минус. На горе все еще есть пехота на Д. На горе до сих пор. Бомбардир, готовься владеть ею. Ну, съезжу на горочку. Давай, спасибо тебе. Ты сознательный человек. Ага. Я так не люблю эту гору. Сидыш, кинь. Я под вертолетом кинул. На цепь. Спасибо. Ушли. Я на цепь пушить. На цепь пушить. Б берут, Б берут. Мертвый рез. У нас целый сквад. Наверху. Я на Б. А это почему чужой сквад тут на горе? Да, да, чужой это сквад на горе. Это их. С пушу, ребят! Это пехот. Ну, это. А, нормально? Ничего страшного, пускай помогает. Я на С. Попробуйте еще раз. Ирина, Ирина, пуш, на, где-то у меня, где-то. В домике. И у тебя. Ранил. Стелс минус. Здесь пех, кто там резает кого-то? Пех здесь. Молодец, Грин. Все идет, Сидыш, к тебе. Да убили меня, все. Танк, блин, танк. Я тут, танк возле. Молодцы, молодцы, держимся. Молодец, молодец. Авиация их не минус. Ой, уходи, уходи. А. У нас домашку снимают. Да. Это было не с купола и сразу с них стреляют. Минус оба. Да, мы знаем. Это происходит с самого начала раунда. Надо сделать леволюшн. Блин. Простите, ребят, простите, я. Ничего. Меня здесь запушили. С много, ребят, резаемся на своих точках. Это должны делать не танки, диверсантка. А кто? Танки тратить, да, на эту херню? О, ты скажи мне. Люди должны повзрывать. Люди, возьмите. Парни, третья точка нужна. Давайте Е, давайте Е, Флорес. Помогаем. Я брошу 4. Далеко очень, я далеко не уехал. Беттер на А пустой. Да и берут. Дропайся, валяй эту хрень. А, ты не понятно. Сказал мне. Что ты, я тебе не сказал? Что непонятно? То есть ты не умеешь это делать? Нет, я просто не взяла эти 4. Забей. Ты говоришь, я беру все 4, я говорю, окей. Потом ты мне говоришь, я не взяла С4. Я тебя не понял. Пизда, все точки не наши. Флора, зачем ты полетел вообще непонятно куда? Есть. Это надо было на Е лететь. А, охуеть. Нормально, смешно. Мы хорошо справились. Ее встречает пехота. Они сильнее, у нас нет ничего вообще. Лечитесь, аптечку кидаю на флаг.
Он направо уехал. Танк. По С уехал. Что это было? Это сраф откуда-то. Откуда? Сверху. Жопами шевелите! Че жопами? Сверху стреляют, сравами. Я слил вертушку. Да надо уходить с флага, ребят! Воздух можете пострелять по центру? Воздух минус. Пока нет. Окей. БТР на Б. Д, помогите! Костин, Девсак, я жду вас. Отлично, мы уже поздно. Бетер на Б. Никаких ноурезов. Играем, просто играем. У меня рез под огнем опять. А что, на меня не резнулись? Меня резнул кто-то, и меня опять убили. Я ничего не могу сделать, я лежу до сих пор. 16 секунд приказали лежать. Отлично, молодцы. О, бля. Вот этот, короче, то, что они сидели наверху, это прикольно. Да, надо их, короче, сверху выносить, они да, задолбали. Они больше за счет этого, наверное, и вытянули. А что там с левалюшном проблема какая была? Надо просто было его сделать. Надо это кольцо долбануть. Сейчас буду ебашить. Единственное, что, конечно, это не щиты же долбануть. А все остальные двое, ребят. Кто-нибудь другой. Бля, она едет шикарно. А ты потом на D? Yes, of course. У квадры колеса первее, чем руль поворачивается. Вот, джангл, C4 ла. Корова пришла на Д. Дроп был на Д. Танк, ребят, занимайтесь своим делом, не надо тросы ломать. Я понимаю, но... Еще один. Меня уничтожили на Д. О, у меня тут, блин, на Д пешку тащит. Так, у меня тросы уничтожили. Авиация минус. Ихняя. Вертолет уничтожьте, плиз. Вертолет скрылся за гору. Слушай, а чё, всё, ничего не происходит? Надо еще что ли, тросы делать? Он под базой. Точку Е теряем. Мертвый рез. Что это было? Все танк наверху. Подтолёт. А крыша Е здания есть. Самолет. Все точки слева. Я знаю, ты сам. Что происходит вообще, мне убивает? Не знаю, опять так же нас херачит. Танк на тарелке. Вылетел из строя. Поднажмем. Сидыш, не надо точку Е. Флешку беру. Я просто вертолет здесь близ оказался точки. Окей. Машинка на Е вражеская, Беттер. О, Беттер поехал на С. Разумен. Бери медика. Медика, да. Да, что-то с Г-36 надоело мне что-то бегать. Да, стой. У нас маяк на крыше. Д забирай. Е чисто вроде. Бля, меня сверху... У нас горы. Помогай. Горы, танк, посмотри. Сидыш, приняли воню. Знаешь, что сделаю? Объять по квадроциклу, уничтожь вторую хрень. Центр Д. Где помощь? Сейчас. Контейнеры. Где помнишь, авиацию можно? Все нарисались, все сдохли. Пока не в курсе, я не знаю, я мертвый все время. У нас на крыше есть маяк, его нужно уничтожить. Над Цешкой ездит танк. На танком убил одного. На тарелке они все бегают. Поехали в горы. Да, они обе резнутся. Самолет вот сейчас сторон. Танк на цель. Ну, танк, он точку не берет. Тут Беттер. Бля, слушай, я не доеду. Попробуй. Здесь полный. А... Танк на тарелке. Цэ, вы справитесь с Цэ? Цэ, мы уже справились. Чё там с Леволюшином? Стравы все еще летают. Тяжело пока. Мы только одну взорвали, до второй не доехать. Костя, давай мы броней, это кто-нибудь съедет, то на вторую за тарелку. Конечно, чего вы не съедете? Вертолет на базе. Здесь Беттер на С. Блять, я не доеду, у меня просто все стреляет. На Е пехота. Дом второй этаж. Бля, капец.
Я много. Домик и вышка. Ребята, не надо заниматься точкой Е. У нас точка Д есть. Я резну. Окей. Не доеду я до точки. Все-таки где взорвать. Забираем, да. Терсанка, возьми сейчас квадроцикл, съезди туда. Наша авиация минус. Блин, не хочешь. Извини. Я больше меня штукатура, тут меня с той стороны убили. Там, где вертолет, еще есть пехота. У них сензоры помогают. Ребят, информации мало, ребят. На С оператора пехота. Я просто никого не могу убить, они сейчас. Писец какой-то. Возьми машину вот эту, хорошо. Любой квадроцикл возьми, пожалуйста, Ириша, у нас на респауне. На базе. Объедь по кругу, пожалуйста. И взорви там, с другой стороны. Там невозможно объехать, там все видят, все стреляют. То есть там. Окей, я сам делал. Пока едешь. Езжайте на Д, воюйте на Д. Поехали. Это не Д, сидишь. Поехали. Я понял тебя. Квадроцикл, мы сейчас встретимся. Не стреляй пока. Бля, танк. Да, действительно, вертолет еще, короче. Со стороны. Я тебе сразу сказал, нас все видят, смысла нет ехать. Мы только просто умираем больше. Надо не на одной технике тогда ехать. Нет, десант, даже тут на двух не доедешь. Один бетер вынес. У нас техника не получилось доехать. Броня, возьмите технику. Ну ладно, короче, слили, значит, раунд. Давайте на меня. Давай, все, едем. Едем, едем, едем на альфу, да? Танки, там, там, там боевой. Yeah. Они на танке. В яму, в яму, в яму, в яму, в яму. Мы танк, курсе, танк забери, танк весь забери. Первый раунд на тарелку посидели. Я говорил, авиация, обращайте внимание на тарелку. Танк бетер так и на въезде с Б на С, так аккуратно. Нас вынесли. С базы что-то подорвалось. Бля, вертолет меня бетер пошёл. А где наша техника? Скажите, плиз, броня. Только что сказал, вынеси нас на С. Бомбардир, поставь, пожалуйста, писюны, если у тебя есть. Минус танк на С. Пока сам не сделаешь, никто не сделает. Хват. Нет, он на тарелке сверху. На шаре, на С. Стреляю со сравом. Всеми складами. Крыша точка Е. А, штукатур. У тебя да, где-то да. В здании там, где меня вот убили, с противоположной стороны. То есть не напротив, а с противоположной. Левее, то есть. Ну, захитованный. На аптечку. Вы тащим. Нет, не я, он. У них это будет в воздухе. Аптечку кинул тебе. Блядь, сзади кто-то. Два танка на базе просто. Ребята. Я появился вообще. Да я тоже появился, то есть отовсюду. Здесь на авиации, мы на С пока что. А чё все на С? Зачем все на С? Танк на С! Давай, чё делать? Ждите ареса. Боже. Ребят, информации вообще нет. Конечно, видите, у них заготовки. У нас домашка заминирована, два пеха. Пробуем Д опять. Сейчас на С много будет сверху прыгать. Тарелка, на тарелке корова. Ирин, ты там чё? На гору задавила. На гору всегда.
Да, пипец. Домашка, второй этаж. Даю спот на вертолет. А боевой работает, почему стингера никто не взял? Даю спот на пехотинца. Надо минус один. Минус один на Д, давай заходим. Вертолет работает по Д. Вертолет разобрал. Давай стингера возьмем всем отрядом, окей? Мы его просто... Мы на Д сейчас будем. А кто он... кто умрет, стингера берите. И на нас резайтесь. Хорошо. Он улетел где-то на Б. На Б улетел. Крыша кроет, ну писец. Так, где-то возле Д. Здание правое. Танк внизу, правое здание. И БТР здесь. Зенитка резнула, с них сейчас появится еще и зенитка, ребят. Трос унижай. Они забрали зенитку. Два танка на С находится. Два танка на С. Ломаю Эволюшн. Все, молодцы. Все, вверх минус. Вертолет появился. Вертушка, спавн. Зенитку забрали, готовься. Корова летит, дроп. Надеюсь, поняли, что зенитку забрали. Бетер идет на Д. Нет. Дроп на Д, Хости, встречай сверху. Дроп на Д, двое. Мы теперь контролируем цель Альфа. Пару человек может на Б отправиться? Что если у них на Е много пехов? Диверсантка, штукатуру на Б попробуйте. Возьмите квадрик. Иду АБ. Молодец. Долбанул он, наконец-то. А, авиация, если есть крыша на Е, почистите. Так, на Д приехал. Перед Б стоит, перед Д стоит. Круто, я резнулся. На Альфе находится зенитка и БТР. Сюда еще один танк едет на Д. У танка зеленка, танк меня убил. Почти целый. Два танка на Д едут. Контейнер А. Контейнер А. Писец. Писец. Бля, здесь танк справа. Кто со мной? Вася. А, и бомбардир. Это причина того, что мы не играем в восьмерки. Все эти фокусы на восьмерках показаны. А, минки мои срабатывали. А пофигу. Пиздец, еще легче просто вообще. Что это было?